прибавление все новых и новых земель и, в конце концов, освоение Аляски, оно расширяло границы не какой-нибудь другой губернии, а именно Иркутской. Поэтому ощущение человека 18 века вот сохраняется до сегодняшнего дня, когда Иркутск в глазах подавляющего большинства его населения по-прежнему остается столицей. Столицей чего он может быть? Вот чего придумаем и сделаем, того и будем.